Всем большой привет, друзья! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня с вами идем в Fix Price, город Курск, на Клыково. Всем приятного просмотра! Перчатки хозяйственные, суперпрочные, 55 рублей. Размер указан на упаковке. Одна пара входит в комплект. Термометр оконный на липучках, 50 рублей. Инструкция, как его крепить, имеется. И также есть технические характеристики данного термометра. В состав входит полистирол, стекло, термометрическая жидкость. Коврик для ванной, 199 рублей. Сзади поверхность хорошо прорезинена, не то, что вот я вам показывала перед этим в выпуске. Очень приятные цвета, нежно-розовый есть и чисто белый. Размер 70 на 45. И здесь у нас в составе полиэстер, поролон и ПВХ. Набор салфеток антибактериальные из 100% вискозы, без добавления синтетики, быстро сохнет, предотвращает рост бактерий и многоразовое использование. В упаковке 7 штук, размер у них 25 на 35 сантиметров. Полотенце по 199 рублей, делает город Иваново. 100 на 150 сантиметров. Очень приятные, кстати, такие на ощупь. И много разных расцветок. Пушистенькие коврики для ванны здесь также есть по 199. Но здесь поверхность уже хуже прорезинена сзади. 80 на 50 сантиметров. В коричневом цвете, в розовом. Поярче и посветлее, такой зеленый тоже, немножечко отличаются цвета. Ну, так, конечно, пушистая поверхность. Новая расцветка мочалки за 77 рублей. Написано, что это коровка, но какая-то коровка-зебра, наверное. Кухонные доски для подачи блюд в основном, можно и для нарезки. Сделано из бамбука и размер этой доски 38 на 12 сантиметров. Очень приятная такая. Есть, кстати, еще поменьше вариант. Такая миленькая, маленькая, 77 рублей, 25 на 10 сантиметров она. В наборе как смотрится здорово. Люблю очень деревянные вещи. Больше, конечно, чем пластик. Пергамент силиконовый. 38 сантиметров на 8 метров. 77 рублей. Вот так вот он выглядит. Кисточки кулинарные. 25 сантиметров. 55 рублей у нас в двух цветах. Остались черный и бирюзовый. Нержавеющая сталь, полипропилен и силикон. Из этой же серии лопатки кулинарные, 27 сантиметров, 55 рублей, состав тот же. Нержавеющая сталь, силикон и полипропилен. В трех расцветках они у нас. Миниатюрные формы для выпечки, круглые, 21,5 сантиметра в диаметре, 12,50. Сделаны из алюминия. Набор форм с крышками, 99 рублей, 650 миллилитров, 8 штук. Я нашла в двух дизайнах у нас, в двух цветах. Такие же наборы, но побольше.
на литр они уже, 4 штуки их в комплекте, цена такая же, 99 рублей. Вот таких вот два цвета у нас. Керамические банки с крышкой, многие они очень понравились. Есть, конечно, моменты неточности, но выбрать хорошие можно. 77 рублей на 450 миллилитров. Здорово, что это именно керамика. Салатник на ножке. 99 рублей на 21 сантиметр в диаметре. Это стекло. Тарелка красивая, с новогодним принтом, такой снежной, снежинки какой-то. 99 рублей, 25 сантиметров в диаметре. Симпатичные стаканы из стекла на 580 миллилитров, 77 рублей. Также красивые, посмотрите, как смотрятся бокалы для шампанского. 99 рублей на 170 миллилитров. Это все стекло. И фужер для вина на 280 миллилитров, 99 рублей. Коллекция шикарная. Классные стаканы для напитков на 430 миллилитров, 99 рублей. Это пластик. Кружка с трубочкой. Матовое стекло, 460 миллилитров, 77 рублей. У нас в двух цветах, зеленый и красный. Кружка с трубочкой, 199 рублей на 490 миллилитров. Делает Китай. Стекло, жесть, силикон и полипропилен. Посмотрите, как они переливаются. Интересные такие. Снова в продаже термосы на 430 миллилитров, 199 рублей. Удобно, что есть ручка, сделана веревочкой. Цвет переливающийся. У нас в двух цветах, зеленый и серебристый. Внутри все обычно, крышечка откручивается. И вот такая вот система. Кружка термос 450 миллилитров, 149 рублей. У нас они в трех цветах, синий, красный и зеленый. Крышка просиликонена, плотно очень прилегает к основанию термоса. Шоколадный календарь, сладкий какой-то, 99 рублей. Какая-то интересная новинка, к нам она только приехала, только ее выставили. Раскраси, вырежи героев. Не написано, что входит в комплект. Это некий такой сюрприз, но они у нас в двух вариантах, то есть для девчонки и для мальчишки, я так понимаю. Лол куклы и щенячий патруль. Я думаю, что это недорого, можно купить, посмотреть, что там будет, затестить. Очень интересно. Все новинки на сегодня вам показала. Надеюсь, вы мне поставите лайк. Буду с вами прощаться. До новых встреч, друзья. Всем пока!